Свобода в движениях, разнообразная музыка, демократичность – все это как нельзя лучше характеризует наследника линди-хоп West Coast Swing. Этот танец появился во время популярности рок-н-ролла в 50-е годы. Танец пришел на смену линди-хопу и завоевал любовь поклонников своей мягкостью и пластичностью движений. Это один из свинговых танцев, он родом из Соединенных Штатов Америки, и, как несложно догадаться, его родина Калифорния. Это официальный танец штата Калифорния, но, кстати, такой хороший факт, что немногие танцы являются официальными танцами какой-то территории, а свинг западного побережья, вот там такой признанный официальный танец штата Калифорния. Очень популярный, там все его там почти повсеместно танцуют. Командует балом Артур Радзиховский. Он влюбился в этот танец несколько лет назад и продолжает до сих пор открывать его для себя. West Coast Swing успел сменить множество имен, прежде чем получить свое нынешнее название. Лоре Хейл, преподавательница танцев из Америки, сначала окрестила направление западным свингом, но спустя пару лет название сменилось на утонченный свинг. Исполнители же тем временем прозвали танец калифорнийским свингом. В результате все эти названия в 1988 году слились в то, которое дошло до нас – West Coast Swing. Есть танец линди-хоп, очень известный, и он танцуется в основном под джазовую музыку, да? Есть танец буги-вуги, он такой более… То, что превратилось из линди-хопа, то, что сделали в Европе, да, буги-вуги, он танцуется там тоже под специфическую свою музыку. А West Coast Swing может танцеваться под любую музыку, ну, под любую, конечно, в кавычках. Он танцуется под поп, R&B, роковую музыку и блюз. Ну, в основном то, что сейчас очень популярно, то, что звучит по радио. И специфика такая, то, что действительно можно танцевать под ту музыку, которая тебе нравится. West Coast Swing – это контактный танец, танец общения. Он основан на взаимодействии партнеров при помощи базовой техники растяжения сжатия. Благодаря этому танец имеет пластичный, мягкий, тягучий вид. West Coast Swing обычно исполняют по линии, а первый танцевальный шаг в связке, как правило, делает партнерша. Но этот стиль позволяет обоим танцорам импровизировать, давая им безграничную свободу самовыражения. Занятия не заканчиваются в зале, они продолжаются на вечеринках и на соревнованиях. Это очень интересный танец. Ну, очень многогранный, очень необычный, то есть в нем есть все. А в эскал-свинге можно соревноваться, то есть есть соревнования, можно как в бальных танцах там набирать рейтинговую систему, там становиться все более и более популярным. Это для тех, кто хочет быть там популярным, востребованным, крутым чемпионом, да? А есть социал-составляющая в эскал-свинге, когда ты приходишь на вечеринку и танцуешь с разными партнерами, да? То есть ты можешь потанцевать с одной девочкой, с другой, с третьей. Поэтому на занятия в основном ходят без своей пары и уже на занятия находят пару. И также можно поехать, например, куда-нибудь в Австралию и также спокойно там потанцевать свинг западного побережья с любой девушкой, которая занимается свингом западного побережья. Чтобы танцевать West Coast Swing, достаточно небольшого пятачка на переполненном танцполе. Прийти на занятия можно с любым уровнем подготовки, даже если вы до этого никогда раньше не занимались. Возраст тоже значения не имеет. Дальше уже все будет зависеть от вас и от преподавателя. При выборе студии обратите внимание на отзывы и на квалификацию педагогов. Но лучше всего прийти и оценить атмосферу, ведь в приятной обстановке научиться гораздо проще. У нас в основном танцуют взрослые люди, да, и некоторые с подготовкой. Некоторые без подготовки. Всем одинаково тяжело. Но все справляются. Все справляются, потому что это social dance. И social dance – это то, что танцуют люди. Да? Это танцы не для профессионалов. Это то, что может каждый делать хорошо. И West Coast Swing как раз-таки танец, который каждый может хорошо танцевать. Кому-то нужно чуть больше времени, кому-то чуть меньше, но результат такой. Неотвратимый. Все в итоге учатся хорошо его танцевать. Будьте готовы к тому, что педагог обязательно займется вашей физической формой и нормативов. Конечно, вы сдавать не будете, но приведете в тонус мышцы. West Coast Swing – достаточно быстрый и ритмичный танец, потому надо будет поработать над выносливостью. Исполнять пируэты с поддержкой достаточно сложно, но можно. Если вас останавливает то, что нет пары, не страшно, стесняться здесь абсолютно нечего. West Coast Swing – социальный танец, тем и удобен, что даже если вы придете на занятия вместе со своим партнером, то все равно будете танцевать с разными. Форма одежды любая, главное, чтобы вам было удобно. Можно долго гадать, чем так захватывает этот самый West Coast Swing, танец поколения битников, а можно просто собраться и однажды испытать калифорнийские ритмы на себе.